Не, мужик, да не надо! Первая кровь есть! Всем добра, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня мы с вами продолжаем играть в бесконечную Икею. Сегодня это SCP-3008. Очень многим из вас игра это понравилась, поэтому я подумал, что почему бы и нет. Так, мы нашли с тобой новый крафт, сразу же, 3 дерева нам нужно. А, в общем, эта игра очень многим понравилась, и очень многие из вас начали писать, типа, блин, Андрюха, охренительно, хотим еще, обалдеть, розетка в полу. Вот, поэтому я думаю, хорошо, продолжим, только ты там это... И другие видосы там тоже смотри, там в рекомендуемых, вот это вот нажимай правой кнопкой, а то я знаю тебя. Будешь любить мою SCP, будешь такой, о, дай мне обмазываться SCP. Другое тоже смотри, потому что другое тоже топовое, а то накажу. Короче, ладно, поехали. Что это такое? Ничего. Ладно, в общем, в прошлой серии нас с тобой в результате убили, в этой серии мы попробуем с тобой чуть эффективнее жить. Ни хрена себе, мы с тобой сразу ловушку нашли. Убивает и на персонажей, которые к ним подойдут. Не ожидаю, что в этой части я тоже офигительно поднимусь. Оп, потянулись. Хорош. Сколько раз ты подтягиваешься? Напиши в комментариях, сколько ты раз подтягиваешься, потому что это очень важно. Я могу разбирать вещи. Хорош. Так, мы с тобой можем базу, кстати говоря, строить. Мы с тобой можем в этой игре строить базу, потому что я посчитал, что вы мне рассказали. Некоторые из вас, которые шарят за эту игру, мне расписали, что оказывается, в этой игре реально можно строить базу, реально можно защищаться, реально можно добывать, реально можно крафтить и все такое. И общая наша задача, в конце концов, это сбежать отсюда просто. Так, о, я могу это разломать. Только оно не ломается. Давай попробую побить по нему. Возможно, чтобы это поломать, мне нужно использовать что-нибудь другое, а не руку. Ну что, видишь, как бы левая кнопка мыши, по идее... Хорош, я поднял 2 металла. Металлический... О, оружие из 4 металлов. Еба, это правда, как Майнкрафт, только в SCP. Ядрен батон, вот это ты хорошо крошишь. Так, давай вот это вот пока ломаем. В нем, по идее, меня не должен никто лапать, никто не должен мацать. Вот это я должен, по идее, уже мочь скрафтить. Скрафтил, по-моему. Я должен скрафтить уже это был. Металлический рот, эквип. Хорош! Хорош! Так, нормально, у нас с тобой появились уже оружие. Нормально, это мы уже с тобой поднялись гораздо лучше, чем в прошлый раз. Еще что это такое? Мне эта игра напоминает... О, ловушка. Ну, пока я ее сделать не могу. Давай немножечко походим, давай немножечко посмотрим. Игра уже напоминает мне немножечко что-то вроде... Майнкрафт плюс... Майнкрафт плюс рафт какой-то или что такое. Так, отсюда ничего не могу поднимать. Если вдруг не шаришь, что это за игра, присмотри предыдущее видео. Там я все нормально объяснял, я тебе все рассказывал, я тебе все показывал, все мы с тобой разбирались. Так, деревянная палка. Быстренько ломается, но она бьет лучше, чем мои кулаки. Ну, нормально. Я могу вот это сломать. Так, подожди, а предмет ломается? Предмет ломается? Я не знаю, можно ли как-нибудь? 28 использований. 27 использований. Понял. А починить? Починить нужно элемент металла. Окей, я уже сломал игру. Класс. Класс, ребята, я уже сломал игру. Так, что это такое? Че это? Еще одна металлическая палка, но мне это уже есть. Чушумит. Так, значит, я могу при помощи этого всего все ломать. Давай я пока что палку... как-нибудь, а нахуй, убрать. Все, палка мне пока не нужна, буду пока кулаками бить. Здорово! Добрый вечер. Как дела? Как настроение? Ебал, у тебя правая рука. Вот это теребонь, конечно, активно, конечно. Ладно, пойдем отсюда. Пойдем, наверное, отсюда. Здесь вряд ли нам что-то надо искать. Деревяшку давай попробуем добыть. Наша задача пока что на первую ночь. О, факт, мне нужна еда, кстати говоря. Мне нужно добывать еду, потому что по еде у нас сейчас все тоскливо. Что такое? Ага, деревянные колья. О, прям я хорошо собираю, слушай. Погнали. Я не знаю, это, кстати, быстрее, чем я бегаю. Я не знаю. Да, я вроде должен с этим быстрее кататься. Эй! Я встрял в эту хрень. Она как-то, знаешь, так слишком активно встревает во все. Так, ладно. Давай поищем еды. Мне нужна хапчик. Мне нужна еда. Что такое? Вы голодны. Вы можете добыть еду в кафетериях. Но я понимаю. А где кафетерии? Я пока что никакого кафетерия не вижу. Слушай, по-моему, я в зоне какой-то... мебельный. Я в мебельной зоне, так что мне отсюда надо текать. Потерялись? Не волнуйтесь, просто пиздуйте по стрелочкам, там вам нахуярят. Спасибо. Очень доброе. Так, ну у меня уже, кстати говоря, 70 опыта. Возможно, я скоро могу прокачиваться. А если я нахожу какой-то рецепт предмета, который я уже умею, тогда мне за это дают опыт взамен. Так, давай, наверное, скавенджик улучшим. Да! Я могу быстрее собирать предметы, я могу быстрее бить. Я могу силу ускорить, я могу скорость ускорить. Давай скорость бега ускорим.
О, хорош, теперь я могу бегать быстрее. Бляха, какая интересная игра, то господи. Господи, какая интересная игра, что это такое? Huge Adventure Sale. Это типа скидочки, скидончики хорошие. Я электрическую зажигалку нашел. Это, конечно, все здорово, но электрической зажигалкой сыт не будешь. Я ее не пожрать, я скоро умру. Так, уже 8 утра, кстати говоря, точнее 6 часов дня. 6 часов дня, если я сейчас срочно не найду чего-нибудь съедобного, то меня съедят, потому что у меня от еды ничего не останется. Так, спокойно, 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 собрались. О, это похоже, не похоже. Это похоже, не похоже. Вибранс. Возможно, как-то тут еще можно ориентироваться по этому зданию, но я пока не знаю. Так, это туалеты. Это туалеты. В туалетах я разбираюсь. Туалеты я знаю. Могу перепрыгнуть? Могу, красава. А, туалеты я знаю, туалеты. Ох, хорош, как хорош. Прям прыгаю по всему. О, кафетерий. Нормально. Пицца. Отлично, отлично, отлично. Все, еда есть. Еда, деньги есть? Денег нету. Отстой. Слушай, а мы можем попробовать защититься здесь. Как тебе такая идея? Мы можем попробовать пообороняться здесь. Может быть, это мне даже поможет. Фу! Какое говно компьютер опять? Что за говно компьютер? Признайте новый компьютер, алло! Так, давай вот это попробуем добыть. Значит, нам нужно узнать, что в следующий раз нам делать. Нам нужны, наверное, ловушки. Давай попробуем скрафтить чисто интереса ради ловушку. Из 10 дерева. О, ну дерево у меня дофига. Слушай, у меня такого дерева нету. Дает энергию, где тебе надо. То есть я могу энергию подкатывать, я могу энергией улучшать себе все. Я могу электрическую себе зажигалку сделать. Блин, какая интересная игруля-то, а? Так это я ломать могу, это не могу, это не могу, это могу. О, это я могу. Это, наверное, пластик у нас с тобой будет, мне кажется. Да, мне кажется, это пластик. Мне сейчас надо прокачать побыстрее поломку предметов, потому что поломка предметов это важно. Да ты сломаешь ты когда-нибудь или нет, тука! О, хорош. Ой, тюка. Так, что это такое? Значит, мне нужно вот эту добычу улучшить. Ломает скрэп объект на 10% быстрее. Скрэп это... Скрэп это скрэп. Скрэп, да, вот. Я типа предметы ломаю руками на 2 раза, на 10% больше. Быстрее. Здорово. Кстати говоря, у меня телефон не разряжается, это прям офигительно. Ночь во сколько начинается? Так, значит, будь я ночью, я бы... Если ночь, наверное, ночь начинается где-нибудь часиков... Ночь, мне кажется, начинается где-нибудь часиков в 24, наверное. Так, давай попробуем. Давай попробуем оборону сделать. Давай попробуем на первое утро поставить оборону. Я не знаю, смогут ли они проходить. Нам надо с тобой проверить. Так, подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Это кидай. Так, нормально. Нормально, нормально, нормально. Как-нибудь вот так вот, чтобы они не могли пройти. Кидай, кидай, кидай. Да давай кидай ты, алло. О, хорош! Я могу вот так вот. Я могу вот так вот это все делать, и это все удобно. Блин, жалко, я не могу это пододвигать. Но, наверное, они жирные, они не должны проходить через это. Они же здоровые, мне кажется, они не пройдут. Нормально, не сыт. Нормально все будет. Да поставь, ну ты, алло, дятел. Так, нет, ну вот кто-то не пройдет. Я слышу, как там кто-то ходит. Добрый вечер. Добрый вечер. Не обращайте внимания, я тут просто делами занимаюсь. Все в порядке, все в порядке. Так, все, это защитил. О, тут прям скамеечкой рядом. Ой, как хорошо-то. Как мне поворачивать кнопочками? Добрый вечер, добрый вечер. Сейчас как раз заодно и проверим, кстати говоря, смогут ли они сюда пройти. Не, ну мне кажется, здесь они смогут. О, давай, давай, давай. Ты не пройдешь, ты не пройдешь, ты не пройдешь, ты не пройдешь, ты не пройдешь. Сука, ой, сука. Ненависть. Ладно. О, я сейчас отсюда. Блять, ебать, меня это испугало сейчас. Так, 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 фонарик, 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 нету фонарика, нету фонарика, нету фонарика. Так, ладно, ладно. Да положи ты, ебать. Я что-то слышал, я что-то слышал, я что-то слышал, я что-то слышал, я что-то слышал. Ебать, меня это испугало, бля. Я прям просто обосраться почти успел. Не-не-не-не-не-не-не-не. Так что, драться с ним теперь? Или что мне с ним делать? Что мне с тобой делать-то? Ладно, давай. Давай попробуем подраться. Наск. 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 Я не знаю, попадаю по нему. Нет, ты меня так легко не возьмешь! Ладно, возьмешь, ладно, возьмешь, ладно, возьмешь! Магазин закрыт! Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп! Слушай, а они жесткие! Возможно, мне надо все же стоять и с ними драться, вот прям тык впритык просто.
так вот их бомбить. Давай попробуем найти тогда, короче, хавчик. Сейчас у нас с тобой задача тогда немножечко изменяется. Нам нужно найти сразу, где еда. Ага, нам нужно найти сразу, где еда, и после этого там защищаться. Слушай, блин, мне так нравится. Типа я здесь могу спрятаться попробовать, поставить здесь штуку и защищаться. То есть даже если я нахожусь в проблемах, мне надо резко ориентироваться. Значит, первым делом мне надо зажигалку поставить, потому что без зажигалки прям тренда. О, дортики, 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 подбирай, подбирай, подбирай. Из дартиков мы с тобой что-нибудь забацаем. Из дартиков... А я могу дартиками кидаться, кстати говоря? Могу. Только, по-моему, они нанесут урон, мне кажется. А что, если я нападу, кстати говоря, на продавца днем? Давай попробуем это, между делом, давай попробуем. Мы уже начинаем с тобой понемножечку ориентироваться в этой игре, да? То есть мы с тобой можем построить себе базу. И базу желательнее всего ставить где-нибудь там. Слушай, возможно, если я сделаю себе... Да, точняк, вот оно как работает. Етить-колотить, смотри. Я могу взять предмет... Унести, видишь, провод. И пока провод есть, все работает. То есть, если я сделаю провод, я смогу у себя на базе сделать свет. Я могу себе свет на базе сделать при помощи провода, если построюсь неподалеку от этой. Ну ты понял, от той самой. Так, подобрать могу? От той самой я могу построиться, и тогда все будет вообще хорошо. Так, у меня есть, кстати говоря, оружие. Не, подожди. Вот это вот оружие взять. О-ля, ля, вот это уже хорошо. Так, ладно. Давай, давай не будем с ума сходить. Давай мы сначала найдем еду. Вот здесь я, допустим, могу построиться. Если я сделаю провод, тогда я провод смогу провести. Так, в прошлый раз база была где-то вот возле туалетов. Еда была где-то возле туалетов. Поэтому, возможно, в этот раз типа того все будет. Но я пока что-то как-то не уверен, вообще не... Где туалеты, где срачельник, там еда. Все понятно. Где посрать, там и поесть. Ну ясно. Хот-дог хам. Лапшу хам. И лапшу хам. Значит, у нас задача сейчас довольно простая. Где-нибудь тут есть за это розеточка. Не, слушай, я не вижу розеточек. А, так оно, короче, так вот хитро сделано. Прям здесь построиться нельзя, походу. Прям здесь мы не построимся, потому что... А, нет, можно. Вот здесь вот можно построиться. Так, но мы давай попробуем иначе. Сейчас, значит, мы с тобой найдем где-нибудь свет. Свет где-нибудь неподалеку. Сколько времени? 16. Ты не помнишь, во сколько началось в прошлый раз ночь? По-моему, в 22, да? По-моему, в 22 началась ночь, мне кажется. Блин, сколько тут рецептов-то валяется. Ехать! О, во-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 во. И это удобная позиция, удобная. Эй, блях. Ладно, это неудобная позиция. Но я могу вот здесь поставить, кстати говоря, все. Да, и тут есть скамейки. Найс, так, скамейка, пойдем со мной. Скамеечка. Так, эту скамейку я сюда, если что, поставлю, не вопрос. Так, нам нужно сейчас оборону сразу поставить. Давай сюда поставим одну оборону. Оп. Не знаю, этого хватит, не хватит? Наверное, хватит, должно хватить. Мне кажется, они жирненькие, они толстенькие. Должно хватить. Хотя, на самом деле, это довольно бесполезно. Лучше мне оборону строить вот здесь вот. Реально, вот здесь вот хорошо. Наша задача пережить просто первую ночь сейчас. Да кидай ты, ну, Алёша, ну ты это. И свет взять. И аккуратненько поставить. Чтобы он просто был виден. Нам много света не надо. Главное, чтобы не было прям темень. Если не просто темень, то уже сас. Так. Поворот. А! Интересно так, бляха. Поворот. И вот так вот кидай. Так, ну по идее, я здесь протиснуть свою жопу не могу, значит, и они не могут. Че, по времени 18:00? Ебать, парни, спокойно. Спокойно, не лезь. Ой, сука. Кидай. Да я тебе говорю, кидай. Дурак. О, поносный ты теленок. Так, давай. Хорош. О, вот это защита. Вот это защита. О, скамеечка. Взяли, понесли, поставили. Все, оборона есть. И я отсюда сейчас могу выйти, если что. Я могу даже этот свет поставить поближе сейчас.
Стоп, а свет автоматически цепляется ко всему поблизости, что ли? Ну что, он как-то автоматически цепанулся сейчас. Нормально, лампа есть. Здесь есть. Здесь все есть, слушай. Че, я все, я защищен? Давай, пока есть время, попробуем за едой сходить. Еда где-то... Где? Фак! Мне немного сыкотно. Если я сейчас отсюда уйду, и я потеряюсь, это будет жопень. Так, давай протестируем. Они могут пройти сюда? Дядя! Дядя! Сюда иди. Так. Он пытается. И он не может. Дебильная ты шавуха. Кусок вонючего пельменя. Так, ладно. Значит, мы с тобой как бы готовы. Эти еблоиды, по идее, пройти не должны, мне кажется. Еблоидам пути сюда нету. Я могу, конечно, выйти, но мне сыкотно. Я сыкло. И я не стесняюсь этого признаться. У меня что, есть немножечко оружия? Немножечко на 15 использования оружия есть. О, я фонарик могу сделать! Я могу сделать фонарик и тить, колотить. Вот это етить, две тить, вот это хорошо. Так, слушай, у меня фонарик, возможно, отсюда тоже работает, мне кажется. По-моему, тут написано... Тут написано, что это светит лучше, чем ваш телефон. Слушай, а игра идет, пока я смотрю? Или мир останавливается? Мир останавливается. Когда я смотрю в инвентарь, мир останавливается, понятно. Блин, их столько здесь рядом шныряет. Их очень много рядом ходит, и я очень надеюсь, что ночью они не могут сдвигать скамейки. Хотя логичнее, если бы они могли, потому что иначе скамейки это имба. Просто при помощи скамейки можно тогда защищать себя где угодно. Блять! Фонарик не работает, кстати говоря. Так, они мне сказали, что с магазин закрыт, но как бы они... Здорово. Здорово. Бро, какие-то проблемы? Они просто теперь ходят... Не трогай, пошел он. Я тебе так не дам, сэр. Умри, йос, одного убил. Первая добыча. Нет, я так легко не сдамся, тварь. Настака. Хорош убил. Взаимодействие. Бля, еще один меня зашел. Так я могу какие-то предметы у них брать. Стоп, они идут, наверное, к своим трупам, нет? Просто? Excuse me? The store has closed. Говорит, магазин закрыт. Да все нормально, не ссы. Все нормально, у меня есть свет. У меня есть защита. Защиты еще хватит на сколько? Защиты еще хватит на 5 ударов. Так, я потратил 7 примерно ударов на каждого из них, потому что ударов было... Нет, я потратил по 5 ударов. 5 ударов на одного. Блин, они могут мою оборону сламывать. То есть... Не, мужик, да не надо! Да ну не надо! Так, ударь. Сука! Мы убили двоих. Первая кровь есть! Какая классная игра! Какая, блин, классная игра! Капец, я понимаю, почему она вам понравилась. Ладно, подписывайся на канал, оставляй свои комментарии, смотри другие видосы справа в рекомендациях. Пока на этом все. Всем пока, до скорого, удачи.